Sí. Bueno, de otra selección.
Добрый вечер, уважаемые зрители живого телевидения. Мы начинаем нашу трансляцию программы «Бутылка» с клуба «Подвал номер один». Извините за небольшое опоздание по техническим причинам, но мы расставим это в конце. А сегодня мы представляем вас, вам мнение, друзья. Я не могу же так, я бы телевизор для себя. Сегодня у нас будут выступать два музыкальных импровизатора, Юрий Косаковский и Федор Амиров. Федор Амиров, да, он профессиональный музыкант, в нем очень много съездов в интернете, которые вы можете найти, если зайдете с нашего анонса, ну, на один из сайтов, который мы порекомендовали посмотреть зрителям. А Юрий Косаковский, он вообще импровизатор, он вообще-то художник. Но импровизатор-музыкант, как почетный член Парижской консерватории, да? Почетный член Парижской консерватории. Все. Значит, прежде чем мы начнем... Да, участник, да, как пианист, как композитор, но и Федор тоже и пианист, и композитор, и импровизатор. А прежде чем мы начнем, прежде чем вы начнете, потому что сейчас я хотел бы, чтобы вы наслышали о своей себе и только об одном, чтобы мы долго не распространялись, а сразу приступим. Первое, я хочу спросить себя, ты мне скажи, как ты дошел до того, что ты начал импровизировать как фортепиано? Как это тебе? Ну, что ты тебя заставил? Ты что думаешь?
Foi, que sorte. Sempre é casa. Não sei que. Dentro daquela grama foi a maior pessoa. A mulher. E não vai ter um experimento para tudo o que me fazer. Então, não tem que virar. Então, tem que virar. No carbono de hormigão, com hidrato. E eu ligava assim no treinamento. Escrevi com o LX, radiais, ganhos, com uma ideia de mil horas. Porque se cansar, eu assim, não é o outro que eu estou. Dá 9 graus todo. 9 graus, isso é muito positivo. Vou dizer, vou ficar com uma ideia. Eu estou, Eu também não sei. Não, já também não está. Eu sou político de todo. Ganhei a noite de um domingo, deixa eu falar com o senhor. Eu não sabia de onde eu ia se dizer hoje. Era uma garmoça, não, não é justa. E vai ter que escolher, porque a minha vista já capaz de dormir hoje. No fim de contas, sem o dedo de onde eu ia se dizer hoje. Mas a mulher que se desespera. Uma vez eu sei. Мне прямо вот так до фонда ради, вот так. Ну, наверное, как я поздравляю, я абсолютно хочу знать, да? Хотя я не видел, что я где-то вот не снялся. Но ты не снялся, ты не снялся, ты не снялся. Мне лень было поделять. Ну, один раз я подогнал, но вот так. Ну, я не поиграл, мне относительно. Если он поиграл, мне бы сразу не поиграл. И вдруг стрелял мне попался. Пять музыкальный непонятно, вот куда я хотел, вот я позвал. Музыкальный. Ну, вот это на самом деле. А как вы начали импровизировать? Вы же профессиональный институт, который профессиональное музыкальное образование. И это редко связано с этой импровизацией. Ну, я во всяком случае не редко встречал профессиональных музыкантов, которые так, так свободно, как вы импровизируете. Ну есть, конечно. Ну хотя, наверное, импровизация это первое слово, которое приходит в голову, когда ты начинаешь ставить песни. И в детстве у нас тут стояло пианино. Всех ребенок надо было играть, попробовать с клавишами. Вот так, наверное, импровизация это первое слово, где все на уме. Да, но потом постоянно. Я хочу прокомментировать биологию. Чисто биологический организм, следующий за другим организмом, он не может быть питанием, то есть по сути, чтобы зарегистрировано, он говорит, что это произошло. Проблема по-разному решает. И поэтому, если вы родите и теоретики, погоди, папа, не лежишь, по-моему, мамашке, может, то только альтернатива это может только рекомендация. То есть, как бы, альтернатива научному правильному инвестированию. Только это у меня. Папа родил детство, а я там деньги. Ну, хотя вообще не обязательно. Это у меня Папа, купил мне пианино. Я говорю, зачем тебе? Она говорит, я знаю, что у меня нет способности, но я хочу научиться играть в пианино. Я ей купил пианино, отвел в музыкальную школу и попросил учительницу, чтобы она не готовила к консерватории, а позволила ей играть, что она хочет. Но учительница меня не слушала, заставляла ее все делать, что нужно делать для подготовки к консерватории, куда она не поступила. А она в это время сочиняла романсы у меня стихи Бальника. И все время была в конкурс учительницы, которая учила музыку. Учительница была очень хорошая, но вот любовь была к импровизации. Так что ты не уходи. Рассказывай, я пока. Ты не уходи, потому что я ухожу. Сейчас я ухожу. Я оставляю вас на один на один с этим инструментом, которым я, к сожалению, не владею. И кто-то из зала может вам, как это водится, задавать какие-нибудь темы,
если захотят, понятно. Для того, чтобы вы импровизировали, может быть, я скажу, а можете играть то, что хотите. Ну, сейчас начинается вы сами. Я не летим, примерно с тобой. Да, хорошо. Я к вам позже присоединюсь. Хорошо. Можно просто для разогрева что-нибудь. Thank you.
Да, здорово. Перейдете к следующей. Да. Да. Кстати говоря, интересное название. Это такие вот пироги, наверное, еще никто не называл как трек для альбома. Да, действительно. Вообще-то в сфере джазовых импровизаций существует много таких названий, которые как бы ни о чем, да? Да. Наверное, так же и импровизация выглядит. Само тебе. Ну что, у меня есть тема, у меня даже есть 9 тем. Если никто ничего пока не предлагает, то это происходит к этому человеку. Значит, мне недавно, блуждая по интернету, попалась интересная такая тема, трагическая, что японцы, самураи, великие воины, когда им предстояло сделать себе смерть самостоятельно, одни-то называют харакири, другие-то называют сипуску, то они перед этим писали четверо. И вот перед нами сейчас пройдет маленькое явление 9 самураев. 9 самураев общаются с этими людьми. И каждый из них произносит какие-то слова. Ну, этот момент переходит. Почему это просто другом языке? Итак, первый самурай Тоя Юджимаса. 1538 год, 1590 год. Женщина ищет ветер. Белумеет. И на взгляд наблюдает туманную облако. Махнув на себя рукой из общей проявления. Интересно, из воздуха появится. И снова туда пришел. И так было бы я. И где-то здесь, когда я попался, я могу видеть фото и полицейского.
счету, на равном по счету, давайте перейдем к другому сценарию. Минамото Йоримаса, 1104 год, 1180. Как сгнившие страницы, наполовину уже похоронены в земле, без цветов и печали. Thank you.
подождите, пока мы с вами начали следующую композицию, у меня потока. Вы можете ли вы чуть-чуть отодвинуться вместе с синтезатором? Чуть-чуть, ну буквально полметра. Да. И синтезатор все подвинул. Вот это будет почти все пусто. Ну, значит, подготовлено. Да. Угу. Да, отлично. И там на четвертый самолет на острове. Юльчий Юльчитата. 1507 год, 1551. В любом случае, два победителя проиграли. Каплями росы, молнии с вертолетами. Вот так все на самом деле. Шахо Найде, 1331 год. Внимая тому, что меч говорил, пустоту разделил на две части. Жарко на мне, ветку прохладно. Thank you.
Это интересно. Энергия такая. Такие маты фидесидия. После поражения отшибал этот кафе. Если теперь должен отсюда, всегда еще причины человека. Заново поверить. Изразиться. Чтобы голову не касать. Как капли из тяжелых.
Все? Да, мы не знаем. Что ты лучше? Ты сюда. Последнее собираем. Йосуки Кеншин. 1530 год. 1578. Даже самую удавшуюся жизнь в старом всего лишь часто запрета. 49 лет прошли. Сплошные сновидения. Я не знаю, что жизнь, что смерть. При луне стою и наблюдаю зарю. Освобождаю от привязанности облаков. Thank you.
Так, с умиранием покончили, теперь есть ваши темы, они вставляют на них. Нет, мы принимаем свои. Интересно. Так, нет темы. Ты представь себе, мы сейчас на своих плечах три года протискаются. Горы, горы, море, море. Птица, птица. Представь себе, что ты хотел бы. Но это сложно. У тебя нет денег поехать, путешествовать, да? В какую страну? Мы сейчас делаем путешествие. А чей это опять такой? Откуда? Живого телевидения. А? Живого телевидения. Да? Ну, книжки купили в Грузии. Древние книги? Так какая тема сейчас будет? Древняя книга? Thank you.
Thank you.
Разломанные цели. Разломанные что? Разломанные цели. Цель? Цель. Инструмент? А куда это? История такая. Нет, ну скажи, что это наша вера. В одном музыканте был друг, который очень хорошо принимал его музыку, а потом этот друг умер. И тогда музыкант взломал свою цель, потому что лучше бы я не играл, потому что не осталось того, кто принимал бы его. Да. Так какая тема? Разломанный цинк? Разломанный цинк, да. Даже не знаю. Там струны. Ну что же, ну, как они? Ну, девушка. Штуки. Бывали изучили язык. Главный был хороший музыкант, но лучше цель. А память этого же лечи, с тем самой сломать на цель, на все. Ну да, после что угодно, да. Ну тоже я. Бой пиратов с испанцами, да? Thank you.
Ну вот можно травму. А можно травму? Значит, вот когда кита выбрасывает на берег, он обсыхает и гибнет там на берегу. Да, это я так называю. А давайте ты посоли. По китку захотел по китку. Ну, это как бы было, говорят, что где-то в Кении типа, что говорили о том, что в Кении типа было, как бы написано, было полное. Там не помню, что они делали, там есть не всегда. Thank you.
Спасибо большое. На этой высокой ноте мы закончим сегодняшний концерт. Спасибо Федор, спасибо Юрий. Это было очень интересно и поучительно, потому что я раньше предполагал, что в любом звуке существует музыка. Нужно только правильно издавать ее. И тогда будет музыка. И вот сегодня вы нам это показали. Спасибо, уважаемый. А вы еще сыграете на следующем вечере? Вы еще на следующем вечере сыграете? Да, да, да. Мы только нашли, да. Ты рассказывали, когда середине.
Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся в программе «Буфинка». Еще с полчаса продолжим нашу трансляцию. Уже в клубе «Подвал номер один» во время заседания клуба. Тогда вы сможете еще раз послушать нашу замечательную организацию. Спасибо большое, до свидания. До новых встреч. Выключил камеру. Среди вас еще есть еще один наблюдатель. Да, хочу познакомиться, поговорить. Thank you.